Четыре встречи за год. В Грузии с однодневным визитом находится премьер-министр Армении Никол Пашинян. В рамках визита проходит заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству. Форум должен был состояться в 2020 году, однако помешала пандемия. Ираклий Грибашвили и Никол Пашинян рассматривают вопросы двустороннего сотрудничества и подводят итоги уходящего года. Армения и Грузия в этом году наторговали на 600 миллионов долларов. По сравнению с минувшим, это на 10% больше. Никол Пашинян предложил не останавливаться на достигнутом и довести этот показатель до 1 миллиарда уже в 2022 году.